Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас проходят курс «Перезагрузка» и не знают, что делать дальше. Специально для вас, кто учился когда-то в Советском Союзе или был в детском садике, есть курс, который называется «Продленка после перезагрузки». Я уверен, что многие из вас, кто пришел к нам в компанию «Герчкинко», были на продленке. Я как раз один из таких детей, когда меня мама не успевала забирать в стандартное время, я сидел на продленке до 8 часов вечера. Поэтому для тех из вас, кто прошел курс «Перезагрузка», и не получил достаточное количество знаний или боится то, что он не сможет что-то сделать потом сам, для вас специально был придуман курс, который называется «Продленка после перезагрузки». С помощью Виктора Макеева, моего ученика и трейдера, и управляющего, вы сможете получать определенные знания после курса «Перезагрузка». Знания будут получаться вами с помощью скайпа и с помощью закрытого телеграм-канала. Поэтому, если вы прошли курс «Перезагрузка» и чувствуете, что знаний недостаточно или вы недостаточно что-то получаете, тогда продленка после перезагрузки – это ваш действительно надежный вариант. Выбирайте, заходите, регистрируйтесь, ознакомьтесь и продолжайте учиться.